Нью-Йорк. Куинс. Опасный район, но дом есть дом. С кем ты говоришь? Ни с кем. Просто снимаю поездку на видео. Никто не должен это видеть. Да, я знаю. Тогда к чему такой голос? Ну, это прикольно. Прикольно. Вы всегда такой радостный, Хэппи. Давай, бери свои вещи. Спасибо. Идем. Эй, надо было перед этим сходить в туалет. Внутри есть туалет. Ух ты, без пилота! Круто! Ты здесь сидишь? Да. Первый раз в частном самолете? Вообще в самолете. Разве он должен так грохотать? Никто не объяснил мне, зачем я в Берлине и что я буду делать. Это как-то связано с тем, что Капитан Америка спятил. Ты здесь. Мы соседи? По отелю. Одевайся. Ладно, Питер, ты сможешь, ты сможешь. Ты что напялил? Свой костюм. А где кейс? Какой кейс? Это не мой... Что? Я Черт, думал, это кладовка. Что-то... Это тоже мой номер. Иди быстро. Мой номер еще Опс. Больше, чем... О, я вижу кейс, вижу кейс, я вижу кейс. Небольшой апгрейд. Ух ты! Вот это да! Надевай. Но я... Это крутейшая штука из всех, что я видел. Скорей. Да, но я не понимаю. Это для меня? Хэппи, Хэппи, стой! Это классно! Улет! Только взгляните, смотрите, какие глаза! С ума можно сойти. Все, пошли. Хорошо? Давай. Это Капитан Америка, Железный Человек, Черная Вдова. О, а кто этот новенький? Паучок! Это я! Мне пора, мне пора! Привет, народ! Короче, там такое было! Я дрался с Капитаном Америка, стащил у него щит, швырнул в него и... Какого? Опять вырос! Мне пора! Это было просто обалдеть! Мистер Старк такой, паучок! Я прыгаю через капитана, краду его щит и такой, привет, народ! А потом... Эй, секунду! Иду! Здрасте! Здесь тонкие стены. Это что, видеодневник? Да. Ясно. Я поступил я бы так. Я сказал ему этого не делать. Он снимал все подряд. Я потом да сотру. Ладно. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Нам все равно стоит снять видео. Алиби для твоей тети. Готов? Алиби? Да. Ладно. Привет, Мэй. Какого цвета у тебя халатик? Надеюсь, прозрачный? Ага. Это была шутка. Давай сначала, да. Потом вырежешь. Угу. 3, 2, 1. Привет, Мэй. Боже мой. Просто знаете, ваш племянник проделал классную работу во время стажировки в Stark Industries. Все в восторге, все. Прочь, дачники. Надо было Извините. Ехать по бульвару. Хэппи рассчитывает на повышение. Перевод в отдел управления активами. Он был барбосом охраны, а до этого просто водителем. Это был частный разговор. Я не люблю шуток про это. Я доверился вам? Нет, серьезно, он храпел в самолете. Хэппи, не оставишь нас? Мне выйти из машины? Вытащи пока костюм Питера. Я оставлю костюм? Да, я ведь так и сказал. Ну, окажи мне услугу. Хэппи твой куратор. Не доводи его. Не делай глупостей. Я видел его кардиограмму. Хорошо? Да. Не делай ничего, что сделал бы я. И уж точно, чего я делать бы не стал. Вот где-то посерединочке ты можешь действовать. Значит, я тоже мститель? Нет. Этот? На 7-й этаж. Я сам. Не напрягайтесь. Неужели донесешь? Да, да, я возьму. Спасибо. И когда следующая, следующая стажировка? Задание, в смысле? Да, задание, работа. Мы позвоним. У вас есть мой номер? Нет, это фигура речи. То есть кто-нибудь позвонит? А. Ясно? Ваши люди. Ну что ж, нет, это не обнимашки, это я дверь открываю. Мы не настолько близки. Пока. Они позвонят.